ну, этот образ жизни, каждодневное преодоление самого себя, своей усталости, своих нежеланий, своих где-то страстей, можно так сказать, чтобы стать сильнее, в первую очередь, наверное, в душе, укрепить свой дух, в первую очередь, для этого, ну, а второстепенно укрепить свое тело. У меня есть определенный стиль боя, так скажем, который я пропагандирую, который я совершенствую. А соревнования – это борьба психологии. Это не борьба физических форм, это не борьба функциональной подготовки. Это борьба психики. Кто психологически больше настроен на победу, кто психологически больше готов пожертвовать тем, что он имеет, в том плане, что именно физическим телом своим, тот и выигрывает. Ну, в финале встречаются самые разбитые спортсмены, наиболее травмируемые спортсмены. Это те бойцы, которые пожертвовали на этом пути к финалу, пожертвовали своим телом, можно так сказать, заработали травмы. Наверное, это будет последний чемпионат моей карьеры, и хочется, нет настроя, скажем, на, конечно, хотелось бы занять первое место, да, но я не программирую себя на то, чтобы первое место или еще что-то, хотя, да, может быть, это в голове ты представляешь себе, как ты станешь, как ты стал, как бы хорошо было занять первое место, но в первую очередь я настраиваю себя на работу в плане выложиться и показать все, что я накопил за эти 20 лет. То есть показать свой лучший кюкушин. А результат, он не за мной. Слишком много факторов на чемпионате мира, которые влияют на результат спортсмена. Начиная там от судейского корпуса, заканчивая самим спортсменом, вот, и вплоть до главного судьи соревнований. То есть каждая мелочь, она имеет значение, поэтому мне как бойцу, мне не отследить все эти моменты. Вот. Но я могу отследить самого себя, каким настроем я туда приеду, с каким желанием я буду драться.